В этот раз первым было рассмотрено обращение от управляющей компании «Флагман» по вопросу организации одностороннего движения во дворе домов номер 20 и 20А в микрорайоне Д. Анастасия Суворкина, заместитель начальника отдела городского хозяйства, строительства и экологии администрации Пущино, пояснила, что предлагается осуществлять движение во внутреннем дворе этих домов по следующей схеме: заезд со стороны улицы Южной, а выезд на улицу Грузовая. Проблема: машины не могут разъехаться порой. На некоторых участках внутренней придомовой территории часто случаются мелкие аварии, потому что иногда некоторые товарищи оставляют машины настолько неудобно, что и разъехаться невозможно, и ставят напротив места для стоянки инвалида. Установка шлагбаумов, от которых жители отказались в 2016 году, житель 20-го, наверное, решил бы этот вопрос частично, потому что там многие люди паркуются не из этих домов. Во дворе домов 20 и 20А микрорайона Д расположены контейнерные площадки. При неправильном расположении знака «Одностороннее движение» подъезд специальных машин будет затруднен. Если это в интересах жителей, то и площадки можно переместить для удобного погрузки, разгрузки. Поэтому с выходом на место надо определять конкретные точки установки знаков и также представителя регионального оператора пригласить туда, чтобы они высказали свое мнение. Глава Пущино Иван Савинцев резюмировал обсуждение данного вопроса. Решение было отложено до следующего заседания комиссии. За этот период представители ГИБДД и управляющей компании, а также сотрудники администрации должны непосредственно на месте согласовать установку знаков «Одностороннее движение» в конкретных точках. Было озвучено предложение по обустройству парковочного пространства для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, у ДМШ и школы номер 1, здания социальной защиты и УВ-3. Все члены на комиссии единогласно проголосовали «за». Там необходимо нанести дорожную разметку и установить соответствующие знаки. А вот поступившее через портал «Добродел» обращение о демонтаже шлагбаума на автомобильной дороге на улице Южной в районе 6-го квартала комиссия не согласовала. Отклонен был также вопрос о строительстве тротуара по проспекту Науки от пешеходной дорожки, ведущей к больнице, до автобусной остановки. Также в этот день было озвучено, что в план комплексного благоустройства этого года занесено строительство тротуара и обустройство пешеходного перехода у детского сада номер 7 «Семицветик» с установкой соответствующих дорожных знаков. Татьяна Смирнова, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС «Пущино».